это хозяйство движется по пути рейдерства, захвата имущества людей. И я полагаю, что закончится тем, что кое-кто из прокуроров потеряет свои погоны за невмешательство и за покрывательство вот этих безобразий, которые творятся в этом предприятии. Огромное количество налогов не платится в местный бюджет, не решаются социальные вопросы села, люди не получают заработную плату, не идут отчисления в социальный фонд, они не могут себе оформить пенсию, чтобы получить пенсию. И весь этот ком нарастает и нарастает. Если там людей доведут до отчаяния и случится какое-то ЧП, там пустят красного петуха или кого-то на вилы поднимут, вот тогда прокуроры полетят и тогда поймут, что такое народный гнев. Там играться не надо. Надо идти навстречу людям. Это земля человека, он имеет право ее сам обрабатывать. И если ему руководитель не платит за долю земли и имущества, не надо издеваться над этим человеком. Он имеет законное право забрать свою землю и имущество и обрабатывать сам ее, если он этого хочет. И препятствовать ему в этом насильно ни в коем случае нельзя.